Привет! Вы на канале Маша Машуня! Сегодня я вам покажу, как быстро сделать конвертики без клея. Берем квадратный лист бумаги, складываем его на уголок, чтобы получился у нас треугольник. Теперь вот этот уголок складываем вот сюда. Вот так? Да. Дальше загибаем уголочки. Складываем вот так. Теперь делаем вот так, чтобы получился у нас карманчик вот здесь. И складываем вот эту часть по вот этой полоске. Если под рукой нет клея, вы можете взять и сделать, если нужен срочно конвертик. Вот так мы быстро сделали оригинальные конверты. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока! Пока-пока!